1 декабря текущего года сотрудниками Управления уголовного розыска ГУВД города Ташкента и Службы государственной безопасности при участии других правоохранительных органов при проведении мероприятий согласно концепции «Безопасная столица» были задержаны граждане Кашкадаринской области, которые пытались провести на рынке столицы большое количество мясной продукции без надлежащих сертификатов качества. Согласно полученной информации, четверо граждан Кашкадаринской области пытались переправить из Кашкадари в столицу мясные продукты, не соответствующие требованиям санитарной безопасности. При проведении оперативных мероприятий в доме подозреваемого Таира, 1979 года рождения, проживающего в Ингюрском районе, было обнаружено три больших холодильника, внутри которых хранилось около 600 килограммов недокументированных мясных продуктов. Кроме того, в ходе операции в Шихантаурском районе был остановлен автомобиль «ДамАЗ», которым управлял племянник Таира Асылбек, 1996 года рождения. При осмотре багажника было обнаружено около 50 килограммов мясных продуктов, также без надлежащих документов. Вместе с этим, во время обыска в доме подозреваемого Алима, 1988 года рождения, проживающего в Зангиатинском районе Ташкентской области, было обнаружено около 530 килограммов недокументированных мясных продуктов. Также при осмотре дома в Джизакской области выяснилось, что владельцем квартиры является гражданин по имени Чоршан 1992 года рождения. В его доме было обнаружено также около 530 килограммов недокументированных мясных продуктов. В настоящее время в отношении указанных лиц ведется доследственная проверка. Все мясные продукты были должным образом изъяты и переданы в Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства, а также в Республиканский государственный центр диагностики заболеваний животных и безопасности пищевых продуктов для проверки на соответствие требованиям безопасности. Согласно проведенной в лабораторных условиях специальной экспертизе, изъятая мясная продукция была признана непригодной к употреблению. Только благодаря квалифицированной работе правоохранителей в столице была пресечена деятельность злоумышленников, пытавшихся осуществить свой злой умысел, доставив в предпраздничные дни на прилавки рынков нашего города некачественную мясную продукцию. Только подумайте, сколько наших граждан могли бы пострадать от этого. Уважаемые жители и гости нашей столицы, при покупке мясных продуктов на рынках будьте предельно осторожны, требуйте у продавца сертификат качества, подтверждающий, что реализуемая мясная продукция соответствует всем требованиям санитарных норм. Будьте всегда бдительны.